Давай, Сай, посмотрим. Перепрыгни, что-то у вас они перепрыгнули. Всем привет, вы на канале Мастер, мы на одну поэтали сегодня. Мы здесь со Сай пьем, сейчас мы будем выходить. Сай, выпьем и пьем. Привет, привет. Ой. Далее будут хоккеры. Сай, смотри, мы спонтанно перешли. Это балашка, это балашка. Это большой балашка. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы должен Что, ребята, вернулись в портал? Чай попили? Да. Да? Да. С чем пили чай? С шоколадом, наверное? Да. Хорошо. Ну, я смотрю, у вас тут прям много киндер-сюрприза. Да, и все разные. И это большой киндер. Да, это большой. И это маленький. А, это с портала с собой. Это зайчик. Они маленькие. Это зайчик. Они маленькие. Зайчик, да. Я смотрю, тут черепашка. Ниндзя есть. Что тут еще? Монстр-клак. Цыпленок в очках. Еще один монстр-клак. Это монстр-трак. Клеопальк. Здесь, значит, сколько у нас? 4 штуки. Да, вот из 4. А вот здесь написано, кстати. Вот смотри, да. Леопард. Да. Потом здесь, значит, тигр, пантера и лев. Вот какие-то из этих 4, 2 вроде бы гарантированно должны выйти. Ну что, давайте открывать и смотреть, да. С чего начнем. С больших. С больших. Ну давайте я начнем с больших. Я хочу с ну, давайте, распаковывайте, шоколад кладите сюда, мусор мне, нет, мусор мне. Мусор мы отдельно сложим, мусор у нас будет здесь лежать. Смотрите, я вот так это... Вот и прям аккуратно, вообще смотри, вот даже это... Не повредил эту обертку. Целая прям. Молодец. Да? Отлично ты распаковал. Так, давай откроем. Шоколад мы сложим сюда. Давай шоколад сюда. Шоколад мы потом разберемся. Сейчас я Мила тоже открою. Давай, Мила, я тебя тоже открою. Да. Аккуратно, да? Чтобы... Если, конечно, получится аккуратно. Я открою, что там. Ой, такое большое яйцо прям. Бери. А у меня маленький. Сюда. Смотри, прям одно Кей яйцо мне. Всю тарелку занял. Давай открывать. Смотри, что у тебя здесь интересного. Ну-ка. Давай посмотрим, что это такое. А, у тебя смотри, вот. Это монстр-трак. Монстр-трак. Сейчас посмотрим, что здесь, как оно вообще работает. Куда-то, по-моему, крепится. Потому что вилата вышла. О, нет, у тебя такой прям. Ну смотри, это что, на пчелку похоже, да? Если не ошибаюсь, пчелка. Да? Да, точно, смотри. Семейство. Их здесь много. Вот. Интересно так. А вот здесь их семейство. Они там разные. Хочу шоколад. Слышал такой вот. Монстр-трак. Да, монстр-трак. Как он сайт его называет. Я так понял, здесь коллекция, и он вот это крепится либо на ручку, либо на карандаш. Прям видно. Вот, а вот здесь такая коллекция.
Смотрите, вот так его надо. Это крылышки, да, вдеваю вот крылья. Шоколад. Вот, и колеса, да, и вот все получилось. Без инструкции. Без инструкции, да, зачем тебе инструкции? Ты можешь и так собрать. И вот она вот так едет. Опа, полетела. Я ее сам собрал, без инструкции. Оп. Поможет тебе? Давай, Мила. Сюда. Я умею уже. Давай, открывай. Вот, край. Вообще, шоколад мы отдельно складываем. Нету. Так, кусай эта черепашка. Сейчас посмотрим, что же там выйдет. Вот, ты смог все это? Так, давай, сейчас откроем, кусай, давай посмотрим, что же там выйдет. О, блин, какой! Что это? Какой-то. Что это такое? Давай посмотрим, сайт. А Мила, у тебя тоже что-то интересное смотрю, да? Так, он у Саида, значит, здесь. Сейчас мы посмотрим, что у Саида здесь как работает. Можем заставить. Это надо ставить. Вот сюда. А, это пушка такая, да? Получается, это пушка. Вот. У Саида вот такая вот вышла. А у меня мощный трак. Вот такая вот. Игрушка с пушкой. Вот это его пушка. Туда-сюда. Вот, интересно. Это похоже на осьминога, но как более какой-то страшный осьминог. Можно. Ну, интересно. С пушкой такой осьминог. Ты когда-нибудь видел осьминога с пушкой? Да, можно. Да, да, конечно. Наклейки. Давай посмотрим, что у тебя. Наклейки даже. Это мой штрафтрак. А он не ездит? Ну-ка. Ну, вот с этой коллекции у Милады вот надо тоже вышел такой вот. И можно будет тоже обклеить с наклеечками. Вот у меня наклеечки. Это надо будет обклеить. Так, давай. Давай. Распаковываем твою большую лицо. Давайте помогу. Потом лучше тебе лакать. Большое. Давай посмотрим, что у тебя. О, у тебя тоже, смотри. А, у тебя уже готово, уже собрано. Подожди-ка, у нее здесь. Такой мир. Что-то можно кого-то положить сюда. Вот такая вот пчелка у Саида вышла. Так, что же эта пчелка делает? Она закрыла. А вот смотри. Сюда она можно... закрыла. Да, она закрывается. И сюда, типа, вот получается, можно вот как по рисунку, там можно какую-то записочку положить. И она как... Вот как я понял, здесь лабиринт такой нарисован. Вот, у этой пчелки здесь открывается. Вот, сюда можно какую-то записочку положить и вот так закрыть. Ну и вот по этому лабиринту, как она должна вроде до цели. Это как пчелка, почтовая пчелка получается. Она должна эту записку вот куда-то донести по этому лабиринту. Вот здесь несколько целей, да? У Милады, значит, цыпленок в очках. А у меня такой. А у тебя Маша и медведь, да? Это Белли. Смотри, как я эту открыл. О, вот. Еще один такой. Так, у тебя Маша здесь. У меня Маша. Да, у тебя Маша. С чем она, Маша? Интересно. Ой, какая вот, красивая Маша. Да, Маша, вот. Вот Маша. Посмотрим, такая Маша. И вот еще. Все. Маша. Она как типа вот метла, и вот она на метле летает. Смотри, Мила. Маша, видишь, она на метле, вот, и так да. Вот крутится на метле, она. Да. Интересно. Это было это. А ты такой крокодил выше, папа. У нас уже такой был, папа. Да, у нас такой был с крокодилом, но вот это что-то другое у нас. Это. Вот, смотри, Милад.
Вот видишь, это открывается. Да, красиво. Красиво. Вот такой вот. Еще ты забыл наклейки туда. Да, и наклейки тут можно обклеить. Красивый карапуз. Сюда. Так. Вау. Вау, смотри, что это такое? Черепашка. Вот. За это вышла черепашка. Смотри, какая классная игрушка, мила. Смотри, вот рисунок. Сейчас я тоже покажу здесь рисунок. Значит, мы вот, если так вывернем, это получается у нас что? Черепаха. Да. Превратилась в черепаху. А если наоборот, вот так, в кого это превратился? Ёжик, да, видишь, вот смотри, какая классная штука. Вот здесь даже нарисовано. Вот, вот здесь нарисовано. Ёжик. Переворачиваем. Черепаха. Черепаха. Да, если перевернем. Ёжик. Классная игрушка. Да. А так черепашка. Ёжик. Круто? Да. Да, ее даже собирать не надо, ее так просто. В обратную сторону вальчишься. Так, теперь да. Посмотрим, что у нас здесь. Я могу сам открыть. Давай, доставай. О, я эту хочу достать. Сайт открой первый. Потом что маленький. Да, потом посмотрим, что мы. Паучер, да? Да. Шоколад открываем. Так, открываем Саида. О, о, что это? О. Это у нас уже было. Было, да. Это у нас уже было. Ну, тоже собирать не надо. Ну, здесь тоже такая же коллекция. Вот, вот эта коллекция. Да. Здесь, значит, получается 4 с этой коллекции, то есть 4 может уйти. Руни, вот с одной стороны так. Вот, а с другой стороны выглядит вот так вот. Тоже смешная. Это Саида. У нас такая уже была. Сейчас моя очередь. Да. Раньше у нас такая была. Так, вот такая наша. Угу. Я вот так поставил, так она красивее наш, выглядит. Наш гаджет такой. Да, мы у нас в предыдущих видео мы тоже открывали. Вот, распаковывали. У нас тоже попадалась вот такая попадалась фигурка. Потом попадалась тоже вот такая фигурка. Помнишь, да, Мила? Да, я еще помню. Ну давай, распаковывай свое, посмотрим, что у тебя. Так, давай посмотрим, что у Милады будет. Открываем и смотрим, что же у Милады. Милада, давайте я помогу. Давай, помогу. У Милады вышла фигурка. Милада, я тебя поздравляю. Здесь должно было выйти две фигуры, одна у тебя уже вышла. Вот, такая вот красивая, такой красивый лев. Так, а давай посмотрим, что это. Да, у нас еще один такой лев. Это не просто фигурка, это еще что-то сейчас. Вот. Сейчас так посмотреть. У тебя лев вышел. Конечно. Сейчас мы, значит, он, как я по рисунку смотрю, его надо поставить сюда. Там 5 и 5 и 10. Смотрите, 5, 5, 10. Это надо вот так вот, значит, положить. А это чего? Это числа. Эти числа вот так вот надо согнуть. Вот так вот положим. Вот смотри. Раз, согнул. Это как подставка, чтобы числа держались. Согни тоже. Вот. И вот таким образом, как на рисунке видно. Смотрите, вот, значит, здесь вот эти числа кладутся, и лев, по идее, должен как сбить. Так, вот мы положили числа 5, 10 и 5. Вот, лев у нас вот с разгона должен, по идее, сбить. Вот с разгона, чтобы вот так надо, вот, вот отсюда надо придерживать. Лев как держит, чтобы она не падала. Сейчас посмотрим. А ну-ка. Опа. Молодец. Вот так вот. Это работает. Пятерку, десятку сбили. Теперь мое. Ножки вставляются вот сюда. Теперь я. Опять и пять она. И вот так вот прыгает. Давай опять сейчас посмотрим, попробуем пятерку сбить. Опа, ну не получилось. Он перепрыгнул. Я тоже хочу.
Давай сайт тоже попробуем. Ну это моя, да. Нажимай просто туда. Опа. Вау. Полетело. Ну что, классно, мне понравилось. Собрали я. Давай сюда поставим. Собрали Мару. Так, у вас, значит, осталось два яйца. Одно яйцо тебе. Мое. Одно яйцо тебе. Теперь у кого-то из вас должна еще одна фигура выйти. Как на коробке написано, посмотрим. Да, ты первый. Мне очень интересно, выйдет ли сайт у тебя фигурка, которая должна выйти. Ну-ка, раз, два, три. Нет, у тебя не вышла фигурка, но у тебя что-то интересное вышло. Ой, это у нас уже было. Да, у нас такое уже было. Так, давай мы соберем сначала сайт, да? Вот это вот такой вот машина-самолет. Вот здесь нарисовано. Сейчас мы соберем. Да, это и машина, и самолет. Машина-самолет. Так, давай соберем. Вот у сайта вышла вот такая машинка. Самолет с крылышками. Вот, крылья у нее складываются. Опа, и вот стала машинка. А если захотел, можешь и при желании взлететь. Вот так вот стоит. Да! Клевая машина, мне понравилась. Давай, теперь открывай ты, посмотрим, что же у тебя последнее. Я так думаю, что у Милана сейчас выйдет вторая фигурка. Раз уж сайт не вышел, значит у Милана должна выйти. Давай, Милан, посмотрим. Лев у тебя уже есть. Посмотрим, что же у тебя там выйдет. Глядишь, опять лев будет, да? Да. Ну, давай я тебе помогу. Милада не опять лев, у Милада... Леопард! Что это у тебя? Это у тебя леопард! Точно, у Милада две фигурки. Смотри, вышли. Леопард! Леопард, и такая же фигурка. Да. Вот, с такими же числами. Я тоже вот хочу эти такой. Числа. 5, 10 и еще 5. И 5. Такая же вот штука, 5. Которую можно... Так, вот у Милада вот как на коробочке нарисовано, вышел, значит, леопард и вышел лев. Вот, интересно было бы еще, чтобы пантера была и тигр, но, к сожалению, нету, поэтому тоже можно, с этими тоже можно соревнования устраивать, Милад. Да. Устроим соревнования. Кого ты выбираешь, льва или пантеру? Пантеру. Леопарда. Леопарда выбираешь? Сайд, завтра. Сайд, давай. Сейчас. Пода. И 5. Так, Милад, это твои числа. 5, 10, 5. Это Сайд. 5, 10, 5. 5, 10, 5. Теперь давай. Сейчас Сайду тоже зарядим. И волю этого леопарда. И посмотрим, чем же леопард будет сильнее. Мила, ты тоже зарядил своего? Начал. Давай. Начал. Только ты целься не туда. Вот сюда. Давай, Сай, целься. Целься прям во все. Начал. Наставь внимание матч и сбил песок, а Милак вообще перелетел. Милак ни одну не сбил. Еще раз хочу. Так, давай, Сай, посмотрим. Перепрыгнул, что-то у вас они перепрыгнули. Да, перепрыгнул все цифры, давай заново. На старт, скажи. Начал внимание наш. О, перелетел, давай вот посмотрим. Ну, уже третий раз вот его перелетел, не сбил. Давай сейчас посмотрим, что у него, да? Поставь внимание, матч перелетел. Значит, это что? Это ничья. Победила дружба. Так как и твой перелетел, да. Леопард. Я уже три раза победил. Ни одну не сбил. Да. Цифру. Шабай. Победила дружба. Мы хотим плиз. Мы хотим любви. Мы хотим плиз. Папа, принеси нам из портала, плиз. Папа, сейчас из портала придет. Папа, выходи из портала, мы хотим, плиз. Мы хотим, плиз.
Ну, раз вы хотите приз, так вот вам и приз. Так как победила дружба, да. Вот это вот тебе, а это вот тебе. Да, это Star Wars. Здесь можно вот ручкой, можно рисовать там всякие фигурки. А это что такое? А это просто рисунок. Здесь можно рисовать там фигурки, цифры. Можно, что хочешь, можно рисовать. Да, можно. Конечно, можно. Давай я тебя открою. Твое. Давай вот эту бумажечку вытащим. Ты мог здесь рисовать. Да. Это здесь не нужно. Вот, бери теперь ручку. Давай я тебе ручку тоже достану. Вот твоя ручка. И рисуй. Допустим, напиши свое имя. Сейчас я напишу тебе свое, твое имя. Смотрите. Саид. Вот. Это твое имя. Если, допустим, ты хочешь стереть, просто делаешь вот так. Раз. И все. Да. И заново рисуй. Я буду это делать. Ты можешь любой там, допустим, цифру можешь. Да. Можешь, допустим, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. До десяти дошли. Раз. Все. О, вы рады? Да. Сейчас мы разложим эти фигурки, еще раз покажем эти фигурки. Вот это Маша у нас была с метлой. Вот она. Маша, вот, это то, что вышло у Саида. Так. Значит, вот такая вот пчелочка, вот черепашка и ежик одновременно, вот так вот черепашка. А так. Такая вот машинка, это осьминог какой, страшный, с пушкой. Вот, это Маша. На метле. Это машинка с такими крыльями. Сейчас крылышки откроем. Вот. Ну и вот такая вот фигурочка. А, ну еще у Саида леопард выходил. А, не то, что я у Саида говорю. Это моя имя. Это моя имя. Это мое. Смотрите, ребят, это моя имя. Это мое. Это твое имя, да. А это мое. Саида, смотри. А это твое имя, да? Смотрите, какое у Саида имя. Кто-нибудь здесь сможет прочитать? Пока Милат и Саид будут писать свои имена, я покажу вам, что вышло у Милана. Вот у Милана вышла такая пчелка. Опа. Вот она так ездит на колесиках. Значит, вышел вот такой леопард. Вот. Потом у него еще лев вышел. Две фигурки. Так. Вот такая вот машинка вышла тоже. Ну и вот еще такая. Ну, правда, здесь надо еще наклеечки наклеить. Ну, вот у Саида, у Милана вышло. Вот. Ты написал свое имя? Да. Да, вот, прочтите. Кто здесь сможет прочесть Саида имя? А мое имя. Да, это Саида имя. Это новые буквы такие, специально созданные Саидом. Да, Саид? Да. Алфавит. У Саида новый, Саид создал новый алфавит и написал свое имя. Это правда, кто сможет прочитать, я не знаю. Свое. Так, Мила, ну? Да, Милат написал свое имя. Молодец. Да. Милат, браво. Да. Похлопаем. А Саид пишет свое имя. Это что за имя? Собственно, созданным алфавитом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал и обязательно напишите в комментарии, у кого в городе есть вот такая вот коллекция. И Маша.
Маша, да, вот так, или такая пчелка. Напишите нам в комментарии, нам будет интересно прочитать, в каком городе есть такая коллекция. Всем пока! Всем пока! Всем пока! Пошли в портал! Портал, давай, все в портал! Все в портал! Все в портал! Пока! Всем пока! Всем пока! Игрушки с нами пришли! Игрушки с нами пришли! Да, игрушки с нами, вот все здесь. Только чая не хватает, где чай? Ммм, какой чай ароматный, шоколад. Ребят, я следующий класс к вам приду. Да, мы обязательно к вам придем и покажем что-то новое. Всем пока!